При этом, несмотря на рост преступности и падение показателей раскрываемости совершенных преступлений, в МВД утверждают, доверие к полиции в Украине растет. Например, Арсен Аваков отчитался у себя в Фейсбуке, что 43,5% опрошенных украинцев доверяют нацполиции, а больше половины, 53%, доверяют патрульной полиции. Мол, за полгода рост доверия к нацполиции больше, чем на 4%. И эти цифры, по оценке министра, должны продемонстрировать, что реформаторы из МВД на верном пути.